Так, ребят, я установил их. Все это от башки. Smoke on the water. В этом мире зал, времена меняются, улетает в никуда-то. Наша любовь пронеслась по клубам, только помята постель аромат. Детка, не плачь, слышу, детка, не плачь. Слезы, ты спрячь, свои слезы, ты спрячь. Теперь я как не лучший кальянный. И просто забыть это все сложно сидеть. Твиттеры на тыловые каналы подключены, двадцатки подключены на фронтальные каналы. Ну и, соответственно, на Кенвуде, на 304-м такие настройки, смотрите. Кроссовер самое главное. Твиттер, частота среза 5 кГц. Крутизна спада 12 дБ. Фаза норма. Гейн. Ноль. Ну, там добавить, убавить по желанию можно. Так, мидбас. Фильтр 100 Гц. Можно меньше. Можно от 80, если от башки.
Так, частота среза 80 Гц, крутизна спада 12 дБ, FNC 8 кГц, можно ниже до 5 задушить, если нравится более сбалансированный звук. Крутизна спада также 12 дБ, фаза норма, гейн 0. Все, на этом все, больше никакие настройки я здесь не трогаю, могу показать. Потом компенсация выключена. Ну, больше тут ничего нету. Саб пока выключен. Саба еще нету, не подключил. Играет вот так. Громкость 28, от башки Кен вот 20-ки шевелят зеркала. От 80 Гц вторым порядком. Вот так играет. Можно уже на природу выезжать где-то. Для дороги вполне хватит заглушить любой вообще двигатель, чтобы у вас там не стояло. Но если нужно громче, конечно, усилитель надо обязательно. Такая вот системка получилась, ребят. Ключ вытащили, магнитола выключилась. Такое устройство, через замок подключен, штатную проводку. Кто не знает, как подключить, видос на канале есть. Все, всем удачи, пока.